Всем привет! По многочисленным просьбам я покажу, как сделать такое растянутое разрешение в Rust. Для этого я использую простую NVIDIA контроль панельку. Все, что нам нужно, это просто зайти в нее. А здесь выбрать первую вкладочку, именно Change Resolution, ну или как у вас изменить разрешение. Здесь Custom, и здесь мы делаем новое разрешение. Я использую в Rust разрешение 1080 на 1080. Если вы указываете, герцовку свою делаете и добавляете. После этого нажимаете ОК. И в связи с тем, что в Rust вышло недавнее обновление, и теперь растянутые экраны в Rust не работают, то есть у вас черные полоски вот так по бокам, то мы изначально включаем это разрешение, и после этого, соответственно, заходим в Rust. В Rust ставим точно такое же в настройках, и все, приятной игры получается.